В седьмом выпуске проекта «Наречена для тата» состоялся финал одной из самых романтичных пар проекта – Ромы и Юли. Но перед этим им еще предстояло отметить день рождения Никиты. Юля и Рома устроили вечеринку на пляже в стиле кино. Ведь Никита мечтает связать свою жизнь с телевидением. С самого утра Юля и Рома приготовили сюрприз для Никиты, однако парень его не оценил. Все же его настроение улучшилось на пляже. Именно там Юля и Рома решили устроить праздник, на котором Никита будет исполнять роль режиссера и сам сможет снять фильм. Парень очень хорошо справился с заданием, он четко руководил съемочным процессом и ругал всех, кто, по его мнению, не дотягивал. Больше всех досталось Юле, и в какой-то момент она даже хотела уйти. А вот Денис и Таня только начинают узнавать друг друга. Девушка решила сделать сюрприз и приготовила мужчине завтрак. Молодой человек был приятно удивлен. Во время разговора пара обсуждала близкую каждому модель семьи. У Дениса и Тани много общего, однако мужчине показалось, что Таня не готова целиком посвятить себя семье. И Денис засомневался, смогут ли они найти общие интересы. Ведь он признался, что у него нет бабочек в животе. Зато решил долго не тянуть и познакомил новую девушку с дочкой и бывшей женой, которая и заподозрила Таню в корысти. Мне одной кажется, что в этой паре нет никакой заинтересованности друг в друге. Хотя нет, в деньгах его она все-таки заинтересована. Ну и также в седьмом выпуске нас познакомили с еще одной парой проекта – менеджером Максимом и продавцом-консультантом Маргаритой. Мужчина встретил девушку на улице со своей дочерью. После знакомства пара отправилась в ресторан. Максиму очень понравилась Маргарита, а девушка призналась, что в обычной жизни не обратила бы внимания на такого мужчину. Да, у этой пары много общего, но посмотрим, как они смогут найти общий язык и открыться друг перед другом, поскольку первое мнение зачастую обманчиво. Ну и не буду тянуть интригу, в финале Юля и Рома сказали друг другу «да». А Юля в знак доверия познакомила мужчину со своим сыном. Хочется, конечно, верить, что эта пара до сих пор вместе, так как была заметна серьезность их намерений. И, конечно, верю в то, что Юле хватит сил и мудрости справиться с выходками Никиты. Ну а на этом все. Услышимся.